Мои любимые, дорогие подписчики, зрители и гости моего канала, не теряйте меня, у меня тут небольшой форс-мажор. Перед Новым годом очень было загружено работой, снимала мало, но и вышивала мало. Вышивала в основном только зимнее чудо, гнала его к финишу. И в результате в ночь с 30 на 31 декабря финиш случился. Я все это засняла. Я засняла, как стираю работу, как я ее выгладила. То есть готовый результат все сняла. Но при монтаже видео, то есть смонтировала видео, обработала его, целый день на это потратила. И в результате, когда начала загружать на YouTube, и в это время, пока оно еще грузилось, я его с компьютера кинула в корзину и очистила корзину. Ну, вот так, можно сказать, лоханулась, хотя такое со мною впервые. Смотрите, Алиса, он там спит. Поэтому видео, я не знаю, можно его восстановить или нет. Вроде как муж сказал, что есть программы, что с жесткого диска его можно восстановить. Он попробует это сделать, если это получится. Но если не получится, я вам обязательно в первых числах января покажу этот мой финиш, готовую работу уже без всех подробностей, как было снято до этого. Вот мои наши две игрушечки, моя лошадка и Варин снеговичок на нашей елке тоже завершены и сделаны. Но это я вам уже покажу в январе. Я снимала, поэтому это вы уже увидите, как я это делала. Ну, не как делала, как сделала, в общем. Ну, вот так вот получилось. Видео удалено, поэтому мы живы-здоровы, у нас все хорошо. Новый год мы спраздновали по-семейному. Молодежь наша приезжала к нам до 1 числа, до вечера. Уже в 10 часу они 1-го уехали. Поэтому все хорошо, кто волнуется, кто пишет. Большое спасибо за поздравления. Очень много получила поздравлений и ВКонтакте, в Одноклассниках, и на Ютубе пишут комментарии. Поэтому мы с вами обязательно в ближайшие дни увидимся. Я буду снимать видео о планах и итогах. Хотя у меня итоги очень маленькие, практически и нету их за прошлый год. Немножко поменяется и формат видео в этом году, тоже все расскажу. Поэтому всем желаю в новом наступившем году здоровья, успехов в творчестве, сбытия всех мечт, желаний. Надеюсь, Дед Мороз никого не обидел, всех одарил. А с вами встретимся буквально в ближайшее время. Так что не теряйте меня, мы с вами увидимся скоро.